Чтобы урожай был собран до последнего колоса и в срок, за качеством работы следят сотрудники милиции МЧС. Во время рейдов контролируют состояние техники и условия ее эксплуатации. Проверку проходят и механизаторы на знание правил трудовой дисциплины и мер безопасности. Контролеры отчитываются. В целом по стране ситуация стабильна, но без нарушений не обошлось. Более 200 руководителей привлечены к административной ответственности. Перед началом уборочной кампании все сельхозорганизации были промониторены, руководителям были вручены соответствующие рекомендации. К сожалению, ряд руководителей эти рекомендации не исполнили. Если мы говорим об очистке техники, наш инспектор не уйдет с поля, с мехдвора, пока при нем этот же комбайнер, помощник комбайнера не устранит данное нарушение. А укомплектование первичными средствами на этот срок ставится самый сжатый. До максимум день-два, если вопрос касается каких-либо обучения знаний, это устраняется немедленно. Сотрудники МЧС выявили немало нарушений противопожарных правил. Отсюда и рост возгораний. Приходилось тушить технику, хранилище кормов, зерносушильные комплексы. К слову, спасатели не только проверяют, но и сами участвуют в уборочной кампании в качестве комбайнеров, их помощников и водителей.